некомпетентности власти, отсутствие ответственности власти, отсутствие политической воли, способности договариваться о нормальной цене во имя большинства граждан. Все эти цены несовместимы с жизнью. И поэтому мы говорим, что это энергомор. Энергомор, стоп! Энергомор, стоп! Энергомор, стоп! 11 января мы предложили всем оппозиционным силам объединиться и выйти на протест во имя большинства граждан, во имя их интересов, во имя выживания их семей. Пока наша уважаемая оппозиция раздумывает, мы выходим в гражданский конгресс. Сегодня в Бельцах, сегодня в Кагуле, до этого в Кишиневе. И мы будем это делать ровно столько, пока не объединим всех людей, которые начнут вместе с нами, а мы вместе с ними бороться за выживание. Цены снизить можно. Мы говорим об этом. Как это сделать? Мы раздаем сегодня газету не для того, чтобы попиариться и рассказать о себе. Мы говорим о том, что выход возможен. Для этого нужно просто быть компетентной властью, ответственной, иметь политическую волю и думать не о 20 посольствах в Молдове, а о 2,5 миллионах граждан, которых сегодня жизнь Молдовы в Молдове несовместима с нынешними ценами. Стоп, энергомор! Стоп, энергомор! Стоп, энергомор! Стоп, энергомор! Стоп, энергомор! Спасибо, дорогие бельчане, за то, что тепло встречаете нас, за то, что откликаетесь на наш призыв сплотиться вместе. В следующий раз нас будет больше. И в следующий раз мы будем вместе здесь и в Бельцах, и в Кагуле, и в Аргееве, и в Сороках, и в Дендюшанах, и в Кишиневе. Спасибо!